И в продолжении выпуска новость об энтузиастах из пригорода Минска. Они решили воссоздать мир ковбоев и индейцев. Участники праздника говорили о давней истории чужой и далекой страны с ностальгией. Ковбой является одной из последних границ человечества. Граница – это место, где человек может, особенно мужчина, может проявить себя полностью, на полную катушку, выложиться полностью. Это грубое, необустроенное, непригодное для жизни место. Возможность почувствовать себя более женственной, более, ну, больше девочкой, чем работником какой-то компании, которая там приносит деньги и занимается просто обычными делами. Любой желающий на белорусском родео мог попытаться оседлать скакуна, поупражняться в стрельбе из лука и метании лассо. И все это под музыку кантри. Особенно зрителям понравились исторические инсценировки с разбойниками и защитниками прекрасных дам. Все костюмы участники фестиваля шили сами.